Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим отличную новость. С 1 июля на портале Кион стартует показ нового сериала «Убойный отпуск». Спустя 30 лет брака Ромы и Любы трещит по швам. Чтобы не расстраивать их беременную дочь Настю, которая дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель, Рома и Люба изображают любящую пару. Но неожиданно на курорте появляется красавец-турок Эмин и активно ухаживает за Любой. Настолько, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели. Вот только Эмин оказывается мертв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелем и все-таки дать второй шанс браку. Премьера сериала стартует с 1 июля на портале Кион. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!